Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 августа. Святитель Нифон, патриарх Константинопольский, был родом из Греции, принял монашество в Эпидаврионе. После смерти своего старца Антония он удалился на Афон, где занимался перепиской книг. Впоследствии святитель был избран митрополитом Солунским, затем занимал патриарший престол в Константинополе. И был первосвятителем Валахии. Избранный за обличение, святитель удалился на Афон, сначала в Атопецкую обитель, а затем в обитель святого Иоанна Предтечи, Дионисиат. Он скрыл свой сан и исправлял низшие должности. По особому откровению, его сан был открыт братья обители. Однажды, когда святитель возвращался из леса, куда ездил за дровами, вся братья вышла к нему навстречу и торжественно приветствовала, как патриарха. Но после этого святитель разделял с братьями равные труды. Скончался преподобный 11 августа 1460 года 90-летним старцем. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.